Алло. Здорово. Помню, что рублей 13, по-моему. А посмотреть тебе? Гоголя, да, которая... сейчас сделаю. Давай, подожди, сейчас повиси на трубочке, скажу, сколько стоит. Так, снежная стоит 14 тысяч. Отличное состояние, ремонт. И Гоголя, да, 14 тысяч. Вот смотрю. Те, кстати, по всякой ванцете хоть звонят вообще. Что он стоит за 15 дней, будто никому не нужна. Гоголя 31 стоит за 18 рублей. Ну давайте, значит, я ее вытаскиваю, а тут уже. Давай. Так, ребятки, кто еще смотрит, продолжаем наш стрим. Играем в вчерашнюю партию против Гунара. У нас тут 6 ЛМ-10 с очень тяжелой, тяжелейшей, я бы сказал, сдачей. Поэтому тут надо как-то пытаться выкрутиться. Не факт, что получится.